Все, опять локальная запись пошла, а YouTube снова целовал. И это... Самурай-коты. Ну, сейчас будет по фасту, наверное, не знаю, как получится. Ну, поехали, наверное, да? 3, 2, 1, поехал. И как обычно. Ну вот, все, поехали. Теперь точно. Тактика, которая работает везде и всегда. Блин. Этих котов-самураев, блин, проходил, не знаю, сколько там раз-то, блин. Ну, до хрена. И мультик тоже смотрел. Там по РЕН-ТВ обычно шел этот самурай. Самое главное вот такой вот трюк проделывать и вообще бежите как настоящий самурай. Даже не используя руки. Можно всех убить. Ну здрасте. Сердечком, ну ладно, фиг с ним. А! Так, хорошо. А, ну все, 2 выстрела, а то. Я даже не знаю, что можно еще об этой игре рассказать. Ну, бегал в Биг 20 там, да, было дело. Заучивал страты там, накрутил, типа. А, не получилось. Вот потом. А чё сядь молчит, а? Вау! Я это сделал. Второй раз сделал. Да блин. В легком режиме на топ-5. Ну-ну. Знаю.
Ладно, спорить не буду, конечно, насчет спидранов, все дела. Хочу, пользуюсь. Абунс. Мне привычно так играть, так что... Мне привычно и хорошо. Yes, я сделал. Yes, я наконец-то сделал quick kill хоть один раз. Это прикольно. Аж говорю, тактика, все дела, там заучил на 1.20. Вот это я зря сделал. Да, клапа. Так, блин, жерден, конечно, вовремя, конечно. Во. Клапа, клапа. Нет, не получилось. Вот он kill, no luck, just skill. Nice. Подожди, может сюда, наверное, было? А, во, вспомнил. Не прикалывай, вот этот эффект, когда ножками бегает. Издеваешься. А, нет. Ну это не вовремя. Много раз, да, сделал? Ах ты ж. Ну вот. Так, нет, Зимирой, давай.
обычно вот этого. И наверх еще раз. Хватило. А, нет. Ну, здрасте, блин. Придется копить. Уже все. Да. Издевается. А это, по-моему, какой уже? Восьмой? Уровень или девятый? Вообще чуть-чуть не посмотрел. Ух. Да, скорее всего, девятый. Потому что мы уже на этом, на корабле. Плохо тут не дают жизни почему-то. Очень странно. Во, сейчас интересно. Интересный босс. Потому что тут такой... Тут такая тактика, то что когда белый кот делает удар, ты жмак, конечно, на паузу, остается эффект удара его. Точнее, работает его хитбокс. То есть вот так делается и все. И типа вот этот кот бегает с ножом, ну, то есть с этим, с мечом. Вот сука. Как обычно свою вот эту вот хрень. Это стена, блин. Сейчас мы вот так вот пробежимся. И там должна быть лестница. Вот она, сука. Почему? Игра просто издевается. Когда-нибудь видели такое? Прям в тупик тебя загоняют, все, что делать? А там лестница, оказывается. Не, ладно, наверх. Нет. Землерой. Ой, колокольчик надо. Во. Вот это я зря, конечно, сделал. Так. Угу. Нитро. Точнее, нинку. Какой нитро-то, господи. То есть вот так вот работает. Ах ты, скотина. Вот так вот босса Беринг убиваем.
даже не напрягаясь. Опять то же самое. Здесь. Как только получаешь урон, уже... Уже так... такой эффект прекращается. Баг с квиккиллом состоит в том, что надо на самом первом кадре использовать нинпо. Тогда будет быстрое убийство босса. Вот на каком там уровне я показал этот квиккилл. К примеру. Ну, если посмотреть таз, скажем так, значит, там вот и есть такая вот фича с ваншотом. Последний уровень, блин, внезапно. Второй кадр. Ну да, крыса вот эта. Ну и со всеми, начиная с первого уровня, заканчивая 12-й. Ну да, вот такая вот, в принципе, игра. Я там на какое место тяну? Вау. Так, 0.16.42. И битон. Да, и эпичное возвращение трех котов. Самый крутой это белый. Так, ну чё, давайте, как обычно, рафлик перед концом стрима, да, и пока на этом стрим завершу, завтра продолжим со змейками. А во сколько время-то выбирать? Наверное, так же, часов 7 вечера. Змейки надо посмотреть обязательно. Все, ставим плюсы. Type plus to enter the raffle. And good luck, everyone. А, скотина. Еще время. Не забывай, Nightbot не сдается. Все, останавливаю локалочку.